В главном ландшафтном парке страны уменьшенных копий памятников природы и архитектуры Ивановской области не будет. Подведены итоги первого этапа интернет-конкурса «Россия-10». Ни один из 12 претендентов от нашего региона в следующий этап не прошел. Ближе всего к заветному месту в первой десятке ЦФО приблизилась колокольня Воскресенского собора в Шуе. За нее было отдано больше 139 тысяч голосов. Первое место в Центральном федеральном округе занял Коломенский Кремль. В Департаменте культуры уверены, что, несмотря на более чем скромный результат, главная задача мультимедийного проекта выполнена. Жители области обратили внимание на местные достопримечательности и научились еще больше ими гордиться. Ивановцев голосование сплотило.